Короче, твоя задача, смотри, полностью вот отсюда. Вот эти все доски, деревья, ветки. Понял, освободить, чтобы я покосил и попилил. Привет! Привет. Все, занялись двором. Светлане сейчас кухню так оборудовал. Поставил баллон с газом. Ну, временно. Газ идет. Уже пробовали. Ветрозащита. Очень четко. Распилили резину. Сегодня ребята придут. Попросил. Уберут этот весь кирпич отсюда. Весь мусор мы вынесем вот туда. За гараж. Мишка убирает ветки. А мне нужно... Вот он, кирпич здесь еще есть. И вот к этому кирпичу тот кирпич. Это мы сейчас все вынесем, уберем. Я заряжу, сделаю пилу, бензопилу. Ой, бензопилу, электропилу. Начну отпиливать все вот эти вещи, чтобы не мешало заезду. Вот это уберу. Вот там туалет уличный. К нему не пройдешь, так немножко нужно оккультурить. Хотя бы стежку, дорожку сделать. Вот. Ну и вообще, сухие ветки попилить за домом. Вот там чагарник весь убрать. Покосить, попилить. Ребята придут, помогут все это вынести. Сейчас будем разбираться с электропилой. С вчерашней покупкой. Вот так. Красота. Триммером я уже поработал. Вон он лежит. Триммер. Мишки зарядил аккумулятор на скутер. Заводится с полоборота. Долил полный бак бензина ему. Он вчера, кстати. Миха, ты во сколько вчера пришел? Я знаю. Ну, наверное, к 12, да? Нет. Он в 11.50. А, да? Сори. Тут комбинатский час с 12, он, говорят, в 11 был дома, к 11. Ходил с друзьями, с подружками уже на речку, купались они, смотрели достопримечательности. Так, все, взял запасную цепь, масло взял, ну, вчера мне масло сюда долили, поэтому она полностью смазана. Единственное, просто поставить шину и поставить цепь. Вот моя помощница идет. Мэри, привет. Никого во двор не пускает. Сосед заходил, помогал нам там с электричеством. Еле-еле прошел. Мэрюш, заходи ко мне. Заходи. Вот здесь. Еще. Вот так, ладно, все. Сейчас пила и продолжим с вами. Слышишь, пап? А у Александра Григорьевича... Не надо спиливать с этой стороны веточки. Только проходим, когда спилили, хватит. Ну, чтобы нормально было. Чтоб... Да, бригадир командует. Да, да. Можете запечатлеть. Да, давай. Мы поехали. Давай. Счастливо. Бабушке большое спасибо за пирожки. Да. Сейчас я еще переложу. Я еще не пробовал. А тебя угостить? Не-не-не. Такие вкусные. Да. Да, жучка в горячих. Напекла, передала. Вот какая радость жить в одном селе. Папуля приехал, привез. Куда что-то? Пару сделал линолеум на крышу, сейчас будет везти домой. Это линолеум, который тут лежал наш. Вот той куст спелю его не любит. Все, поехал.
Так, это лещина, да? Ну, я думаю, да, только орешков я не вижу. Может, ну, может, не урожай. Короче, мы пока ее не трогаем. Вот это сейчас спилим. Смотри, вот это спилить. Вот это спилить. Смотри, ага. Вот эти доски, это сейчас придут нам помогать. Это разобрать, убрать отсюда. Это на мангал пойдет все. А ну. Ну, в одну кучу. Давай хоть заглянем, что это за сарай. Что здесь такое? Да, вот это спилить надо, да? Вот, вот это спилить, да. Ну. Ой, а ты сильно наклоняю, я ж не пройду. А ну, что это за хибарка у нас тут? Я думаю, здесь кого-то держали, какую-то жизнь. Мы даже еще сюда не заглядывали, вот с вами первый раз. Да. Это тут, наверное, курочки были. Смотри, да, да, сидово, это был курятник. Это все разбирается или что? Или облагораживается, а вдруг надо будет? Ты что, хозяйка? По полной, да? Жить курочки, нести яички. Курочки тут точно нам написали, что возле леса курей держать бесполезно. Вот он лес. Свет. Всякие лисицы, куницы. Ладно, разберемся, посмотрим. В общем, убрал вот эти ветки, которые мне мешали заезжать. Ну, то знаете, по крыше так скрежет такой был неприятный. Вот они все очистил, облагородил. С улицы отпилил полностью. Ну, чтобы если кто-то подъедет, можно машину так под двор ставить. А то было нельзя и поставить, веток столько было. Вот. Видите, как парень занимается? Давай, давай, красавчик. Надо навести марафет. Машину выгоню, здесь покашу. Вот там еще, смотрите, не похоже на как та часть двора. Так вот, в подвале еще порядок нужно навести. И вот здесь, сейчас покажу. Это я сейчас обхожу, потому что здесь кустарник. Мимо дома потом будет проход. И вот здесь скважина. И где-то здесь будет летний душ. Прям вот здесь. Здесь солнце всегда. Вот сейчас в зените оно. Оно из самого раннего и до позднего. И как садится, здесь всегда солнце. Вот это именно часть. Вот здесь и поставим душ. Вот здесь была скважина. Вот здесь поставим душ. Здесь такой наклончик. И пустим трубу. Пускай он по стежке течет. Тут песок, она будет все равно впитываться. В общем, наводим порядок во дворе. Сельская жизнь продолжается. Лайк уже можно ставить, обязательно подписаться, нажать колокольчик. Это есть YouTube. И в ТикТоке. Кто не знает, есть ТикТок канал Журавлёв Лайф. А есть YouTube канал, если кто-то смотрит в ТикТоке Журавлёв Лайф. В ТикТоке в шапке профиля тык. Там и телеграм-канал, и YouTube канал. А на YouTube ниже видео есть описание, и там есть все ссылки и на канал, и на прочее. Становитесь спонсором. Это совсем недорого. Меньше доллара. Полдоллара в месяц. Нам будет приятно. И у вас будет красивый значочек. Все, продолжаем. Мэри, а ну покажи, какая красивая. Ух, кто где чужой? А ну покажи. Где чужой? Где? Где хлопцы чужие? Где? А, вот так. Где? Продувка, прочистка. Давай, заряд. Давай. О, все, понеслась. Ты моя хорошая. Хозяйка. Где она? Да, набери ей водички. Ты вот это набери, Мих, что вы это? Чистое. Вон, смотрите, какой напор. А тут у вас вода уже безопасная, да? Да, вот это хорошая вода. Артезианская. Хорошая вода. Да, вот хорошая. Я с малого не знаю, сдавала на анализ. Вот это, да? На анализ сдавали бомба. О, видите? Я надолго не прощаюсь. Всем здоровья. И самое главное, мирного неба. У нас работа кипит. До скорой встречи.